Писегов Андрей Валерьевич, прозвище RGC, Черный Властелин, да-да, тот самый, 28 лет. Пилот команды Tuning Factory, чемпион и вице-чемпион РДС Запад, инженер-проектировщик мостов. Характер общительный, не женат. Для начала честно признаюсь, что это будет не самое сильное интервью в рамках этого цикла, и причина совершенно не в Андрее, который как раз на бодряке после победы в Мячково его тащил, а во мне. Ну, не хватило мне энергии в те выходные, так что заранее прошу прощения. И начнем, что ли? Я всегда увлекался тачками. Отец меня научил, наверное, лет 10 кататься. Все время отец меня учил, то есть я там на коленочках, там по даче катался. 10 лет уже вроде как сам за рулем сидит. Это год 2007, в интернете начинаются вот эти форумы развиваться, какой был Drag Race.ru, не знаю, там старики такие были. Ну, я-то ничего не знал, у меня не было ни тачки, ничего, я просто сидел, подсчитывался это дело. Ну, как и все. Да, потом нашел, там какая-то ссылка была на Nismo Club, на бортовик. Это был бортовик, если я не ошибаюсь, в Ванилише, они там в гараже собирали Сильвию. Они выкладывали фотки, вот это для меня было впервые интересно, круто. Показывать, как собирает тачку. И я перешел на этот форум. На этом форуме как-то сидел, тусил, там что-то общался, но опять же у меня еще нету тачки. Тут мама катался. Чего? На маминой короле катался. Ага, так. Втихаря, небось. Или раз... Нет, брал ключи, и все спокойно. Подожди, это тебе сколько было? 18 лет, как мне исполнилось. Все, права получил, вот. Так не все делали. Например, Коля таскал машину бати, он один раз ее очень херово запарковал, за что получил п***лей там. Там такая история, в общем, прикольная. Я поэтому и спрашиваю, что у тебя было все с правами. Так. Не, у меня было все с правами, но два раза я, кажется, тачку пораскладывал там что-то. Меня занесло случайно. Как реагировали? Случайно зимой, да. А как родители реагировали на такие? Конечно, они волновались, как все родители, что там. Вкатывали, признавайся. Вкатывали, что там, мы тебе больше не дадим. Не такие строгие, может быть, родители, но тем не менее, отец наоборот такой, поймал, что у меня нервяк, по этому поводу, садись за руль, поехали. Там были на Nismo клубе. Некие, знаешь, такие форумные сервисы, чинили тачки в гараже, грубо говоря. Мне это интересно, говорю, заинтересовало это, можно к вам, можно поучиться, хочу тоже. Это было такой абсолютно нижайшего уровня сервис, это просто гараж, просто листом накрытый, это даже не бетонный какой-то инструмент, хрен знает какой, в общем, что-то ковыряли тачки, это дело. Естественно, оно было направлено на дрифтеров, тогда все дрифт развивался, все дела. Ты чуть позже просто пришел во все я подозреваю, чем, допустим, чем ребята, с которыми я дрифтил. Богданов, допустим. Да. На них я еще тогда смотрел на формулу дрифта со стороны забора. В общем, работал он в этом сервисе, пока этот самый сервис не закрылся, после чего Андрей попал в Tuning Factory. Естественно, я студент, я просто чисто вечерами выходные еще что-то ковыряю. В общем, учился сначала на чужих тачках. Учился сначала ломать чужие машины. Тем не менее, у меня была хорошая репутация. Да ладно. Я там все хорошо и кратно делал. И в 2008 Андрей задумался о покупке какого-то автомобиля под дрифт, причем другие виды спорта он даже не рассматривал. Это настолько было все тогда круто зарождалось, что все заболели этим. Казалось бы, в России все этим заболели после третьего «Форсажа», но... Для меня это пришло не из фильма. Для меня пришло это из вот этой тусовки, что все катаются, и я тоже хочу кататься. И я купил себе первую тачку. То есть вообще первую тачку, не то что... Первую свою тачку и первую тачку для дрифта. То есть я сразу покупал ее именно для с этой цели. Я купил Ford Sierra. 125 сил она более-менее там куда-то ехала, она разваливалась и так далее. За 30 тысяч рублей еще я могу купить. Я просто насмотрелся, что это называлось тогда трамп-дрифт. Сейчас такое, наверное, понятие... Как? Трамп-дрифт. Бомжи-дрифтеры.
Да, сейчас, кстати, понятие такое, не знаю, раньше это постоянно на устах было, сейчас такого нет. Ну да, я поэтому и не слышал просто о таком. Да, вот почему-то тогда это был, он же дрифтер. Ну, реально это было, можно сказать, так, я брал тачку, которая просто напросто никуда не ехала. А заварил диф, и то не сразу, сначала я катался просто так. Да. Первый же, нет, на следующий день я разложил, ушатался, потому что, ну, не понятно, она совершенно по-другому. Ну, естественно, на заварке-то машина так. Да, я на поехал просто прям. Эта тачка постоянно разваливалась, я каждый раз с площадки уезжал, то на трассу, то еще что-нибудь поломанное. Это мне мой опыт напоминает. И в 2009 году Формула Дрифт Крокус. То есть она в Москве, удобно, можно попробовать. В общем, решил попробовать. И это стало началом дрифт-команды. Ну, это все тогда начиналось просто так, типа наклеим наклейки одинаковые. А вот, но что нужно отдать должное Алексею, ну, Клим. Да-да-да, Клим. Всегда, он у всех известен как Клим. Он всегда стремился за то, чтобы это выглядело хорошо. Шатер, флаги. Ширма. Да. Ну, первый год я там ездил в стритах это у нас даже парных заездов не было, это просто напросто квалификация. Три этапа нулям, потому что у меня тачка просто никуда не ехала. Там была лужа возле стены, на которую все боялись, потому что ты подскальзываешь и летишь в бетон. Ну, да, я да. ей радовался, потому что я до нее, если доезжаю, то я могу подскользнуться и дальше ехать. Так. Вот, и год закончился, и я уже начал работать в организации, в которой я сейчас работаю. Там. Да, то есть у меня появились какие-то бабки. Андрей понял, что его нынешняя Сьерра – это путь в никуда, и… Я купил Ford Sierra Universal. Целенькая, да. Думаю, пихну туда GZ, наверное. И тут, слава богу, один из его знакомых выставил на продажу Nissan Skyline. И этот Sky всю его историю знаю. А Sky какой? Вот тот, что есть. Ах, вот этот! И это оказалось началом истории того самого Skyline, на котором Андрей ездит и по сей день. Кирюхова купил. У него… взлетел мотор, детонат, все дела. Он поменял, поставил контракт. У него произошла точно самая ситуация. Отлетела крыльчатка там куда-то. 26-й или 25-й? 20-й. 20-й? Да и Теха. 20-й Тех. То есть он вообще был на автомате, потом механик поставил, то есть мне уже на механике. И я его покупаю. Три поездки. После того, как я его делал более-менее, чтобы можно было ездить. У меня поворачивает вкладыш. Самый простой метод – купить контракт. 20-й уже нафиг. Ну, нужно. Пока я… покупаю 25D. Покупаю, ставлю 3-4 поездки, у меня пропадает компрессор. Да, 4 мотора подряд, это сильно. В 2010 году было единственное, что намечалось, это Формула Дрифт, автоэкзотика в Севастополе. До нее 2 недели. У тебя лежит мотор. У моего знакомого есть один GZ. Я решаю, что я его свапаю. Причем у меня никакого… Ничего нет. Не то, что у меня, у него в сервисе нету опыта по свапу GZ там в Nissan. Да еще мало вообще тогда было таких свапов. А сейчас в каждом Nissan GZ. Хорошо сказано, чего уж там. Это же классика постройки дрифт-карши. И реально за полторы недели поставили GZ. Ну, Sky. Вот реально все сделали, причем… Ну, я сейчас… Опоры там все дела. Всего. Я 3 опоры сварил, коробки и моторы, 2 штуки, сварил за 3 вечера. То есть, реально, все это было столько сейчас произошло быстро, что… А вот, сейчас даже в сервисах как-то дольше просто. Ну, естественно. Какие-то, не знаю. Молодость и энергетика. Да. Ну, как сегодня. Так. У меня еще не было до этого, никогда не стояло в тачке ручника. Ни на Sierra он не работал никогда, ни на Sky он… Дрифтер отсутствовал, да. Так. Я сваплю мотор, делаю ручник, это заканчивается все в 4 часа утра, а в 8 часов утра погрузка. То есть я на этой тачке на GZ вообще не ездил никогда с ручником. Я выезжаю в 4 часа, тестировать на площадку, все, едет, ручник работает. Мы грузимся в 8 утра на автобус, на автоэкзотике, едем в Севастополь, там поучаствовать, в стритах. Естественно. Я еще не готов, туда. Каркас, ничего нет. Там было 4 участника. Какое ты занял место, сразу скажи. Но тем не менее, первое место. Если бы ты занял там гордо третье место, я приехал на подиум из 4 человек. Первый все равно почетно. Наверное, вот это вот такое зарождение позитивного строя дальше в рост. Дальше был еще один FX Open в Белоруссии. Опять же, стриты, но там уже было 19 человек. Парных заездных полноценных. Так, и место? Первое место. Была моя первая победа, такая, если там
мелкая и не особо. А тут первая победа крупная, и вот, наверное, самые крутые эмоции, которые испытал. После финиша я остановился, и у нас еще были одинаковые майки и так далее, одинаковые атрибутика. У нас было там 7 человек, они все бегут из шатра и все бегут ко мне. Я просто на этой тачке не могу рисовать, потому что я смотрел на это зрелище и там просто радовался, не знаю. Это было настолько круто. В итоге на следующий год объединение усилий с более сильной командой механиков, Андрей уже едет в классе Pro, но категорически ничего не получается. Сыпятся турбины, двигатели, постоянные проблемы с настройками. В общем, все радости подобного, так сказать, стартапа. Как результат, развод с механиками, но итогом становится живой GZ, на котором Андрей выступает и по сей день. Собирал мне его просто-напросто субарист. Он собирал всю жизнь субаринный мотор. Но когда собирал GZ, то это за зазоры, которые там пальцы пролезет, и я-то собираю вот так вот. И он, то есть, круто очень собрал. Все, тут ездит, хорошо настроили. Короче, надо, в общем, если вы хотите собрать GZ, обращайтесь к субаристам. Так. После этого более-менее было все с тачкой хорошо, но были проблемы с сервисом. Мы всю зиму после работы Клим, еще один наш там механик, работали в сервисе каждый день практически, делали клиентские тачки, чтобы отбивать просто-напросто аренду сервиса. Потом уже появились какие-то механики и появились какие-то деньги, чтобы мы уже не работали в этом сервисе, потому что это было нереально, нам нужны свои тачки. В общем, это принесло свои плоды, и в 2012 году Андрей откатал свой первый полноценный сезон в РДС. Ну и дальше по нарастающей. Тем не менее, отношение родителей к этому занятию неоднозначное и по сей момент. Нет, мама мне до сих пор, когда ты это бросишь. Серьезно? Да, но тем не менее, вот в Мечковом, да, потому что нас два, на первом этапе, и сегодня они приехали, присутствовали, болели за меня, конечно. Я не представляю, какие я нервы там переживал. Мама, когда особенно аварию были. С девушками тоже не все просто. Андрей, как и многие другие пилоты, живет по принципу первым делом автомобили, ну а девушки, потом. И это не каждая женщина сможет выдержать, так что быть женой или подругой пилота не самое веселое занятие. Я сложный тип в этом, в отношениях. Ну, потому что ты очень эмоциональный. Вот это, я, может быть, наоборот, не эмоциональный. То есть, да ты-то не эмоциональный? Да. В плане, в обычной жизни я не эмоциональный. Вот здесь вот, да, здесь меня может. А реально, вот ты спросишь всех моих знакомых, такой, мне всегда говорят, я тебя не понимаю в плане вот здесь и вот в обычной жизни, потому что ты вроде такой спокойный, когда со мной садятся за руль, я там дергаю все подряд и валю на все бабки, и это, конечно, у них сносит шаблон. Ну, сколько раз мы с Андрюхой общались, каждый раз было вполне весело, не знаю я. В этом интервью из него эмоции прям-таки выливались через край. Дело в том, что оно проходило после прям-таки голливудской победы в Мячково в 2015 году, когда Андрей победил после довольно-таки мясной аварии с другим Андреем, Богдановым. Ну да бог с ним, с эмоциями. Давайте оставим дрифт за скобками. Я в детстве всегда любил ралли. Наверное, потому что боком ездили. Между деревьев 200. Не, ралли бы не поеду никогда. Я боюсь жутко. Не, я представляю, насколько это страшно. Но в плане общего представления автоспорта я бы, наверное, больше ралли хотел попробовать. Ну, я безумно хочу попробовать кольцо. Ну, как бы финансы не позволяют. Еще какие-то аспекты. Это достаточно сложно. Реально хочу все попробовать. Получится. Но пока это очень далеко. А без машины никак? Я... еще раз я задавал этот вопрос, и я просто не мог на это ответить. Наверное, я больно в этом плане, и реально, помимо тачки... Я катался на велосипеде, там пытался трюки делать когда-то, но потом купил тачку и катался на велосипеде только за запчастями для тачки. Я в том году попробовал один раз на сноуборде покататься, я в жизни никогда столько не кувыркался с горки. Для меня было 3 проезда, просто я никакой был, потому что столько сил я потратил на то, чтобы встать и опять поехать. Нет, я хотел бы попробовать, но не знаю, пока у меня помимо вот именно этого дрифта именно нету свободного времени в плане, может быть, личной жизни или еще что-то. Ну, это временное, но тем не менее я бы хотел попробовать различные виды всего. Желание есть. Понятно, что дрифт — это черная дыра в плане траты денег. Ну а где ты на него зарабатываешь-то? Работаю я в проектном институте старшим инженером. Мы разрабатываем технологии строительства мостов. То есть мосты... Задних. Нет, мосты, которые
в Сочи сейчас на Олимпиаду, мосты, там развязки в Москве. Ну, я конкретно, наша организация занималась разработкой моста на остров Русский. Вот. А, нифига себе. То есть, вот, да. То есть у нас такая серьезная организация по строительству моста. Туда просто-напросто пошел, потому что у меня отец строит мосты. Проектирован строй. Семейный подряд. Ну да, но я не всегда как бы хотел этим заниматься. И сейчас, может быть, не знаю, может, не горю желанием. Ну, какой-то интерес все равно есть, да, потому что по складу ума я, наверное, инженер. Допустим, ну, у нас в команде катаемся на наших рычагах, которые я там сделал там, и так далее. Но денег, как всегда, все равно не хватает. Так что работу в сервисе тоже никто не отменял. Ну, бывает, беру какую-нибудь интересную работу для себя, да. Ну, реально, у меня просто-напросто сейчас время насчет какая-то финансовая... Да, поэтому приходится и там что-то делать, и тут. Ну а теперь немножко о машинах. Что есть, кроме Sky? Вот у меня есть еще тренировочная Corolla. Это причем универсал. Corolla, какой кузов? KE72. Это универсал такой. Были AE? Ну да. Это были, ну, ну, Хачероки, Хачига, да. А КАЕ – это кузова в основном, ну, там, на самом деле, очень много кузовов, но они были седаны, универсалы, там, двухдверные, там, универсалы двухдверные. Да ладно? Да. Надо погуглить будет, так. По сути, это конструктивно та же самая Хачероку. Ну, туда 3С. Так, 3D GTE или GE? GE, ну, от Altez 200. С коробкой его, подрамник от Nissan, переднюю подвеску от Nissan, в общем, получилась такая Сильвия, атмосильная, легкая. А, реально кайф. Ну, правда, я последнее время забросил, потому что времени просто-напросто не хватает. И гражданская есть каждый день, ну Toyota BB, причем полноприводная. Ну, не так давно у меня застучали передние провода, я их выкинул, заварил раздатку, еще у меня заднеприводная КББ. Прикольно, слушай. А ты на Бибиклабе сидишь? Мне когда я начал там искать, там, типа, дайте мне раздатку, я ее, ну, выушные умершие и так далее, я что-то там сказал по поводу заднего привода, все такие, типа, чё? Вот, я и говорю, дурак. Какой задний привод на Биби ты вообще там? Да, 1.5 там. Так, а кто мешает туда влепить от Вица ТРД Turbo M, и вот тебе... Окей, молчу. Как таковой машины мечты у Андрюхи нет. Он, как и я, например, мечтает об автопарке. Ну а дальше последовал мой любимый вопрос о наболевшем, и ответ на него внезапно выехал на совершенно неожиданную тему, а потом вообще перерос не пойми во что. Больная у меня тема со сном. Так. Ну, потому что никогда что-то времени не хватает. Я живу на юге, но у меня все всегда было на севере. У меня был институт на севере, у меня была сейчас работа на севере, у меня всегда был сервис на севере. То есть я кучу времени трачу просто-напросто на дорогу. Я уже в последнее время что-то опаздываю очень часто. Так. Потому что просто не могу встать. Это не то, что вот сезон или вот последние недели. Это длится уже несколько лет. Это хронь, короче. Да. И это меня так бьет. Потому что после работы я понимаю, что если я поеду домой, ну, во-первых, мне будет скучно домой. Так, и что ты делаешь? Мне бы хорошо что-нибудь сделать сервис. Я еду в сервис. Я до 12, наверное, до 11 торчу в сервисе. Лишь потом там... Два часа еду домой. Ну, не два часа, потому что уже 40 минут, потому что все пробки пропали. Так. Еду домой, там... Уже даже не ужинаю, сплю немножко и еду опять с утра на работу. Ну, с утра ты как всякий нормальный человек, там, к 9 часам, там, вся херня. Ну да, то есть у меня стандартная работа. То есть... А как на работе вообще относится с пониманием вообще вот ко всей вот этой ерунде? Да, благо я каждый раз, получается, отпрашиваюсь. Я даже вот тут отпросился еще на четверг. Специально отпросился, потому что говорю, мне надо. Я не сказал, зачем мне надо было поспать. Потому что последние недели очень сложные были там, и мне с сервисом приходилось там возить, потому что клиент там уезжал. И я реально просто-напросто вот так вот. Я уже я разбил телефон, я потерял банковскую карточку, я все понял, что все, надо отдохнуть. Ну, да. Один денек хотя бы поспал. Конкретный мой шеф, вот он хорошо относится, он такой типа, да, круто, особенно после того, как я там приношу там... Пару раз я принес кубки для показухи. Так. Я думал, после того, как я приношу, короче. Так. Не, приношу. Ну, как бы он следит иногда за мной, то есть в интернете и так далее, гордится. То есть... Там, знаешь, там перед другими бригадами. А вот у меня такой есть чувачок. Как-то. Да. А у вас такого нет? Недавно еще был, День строителей, и у нас печатается журнал внутри институции, там... Я там встретил генерального в лице, он уже прослышал. Так. Он такой, надо написать. Я такой, ну, окей, давайте, я там... Мы там договорились, как бы, я отправил какой-то текст, фотографии.
Не помню какой, потому что я хотел спать. Да, так. Они в итоге написали свое, но... Зашибись. Ну, они меня так круто поставили, что я там, типа, мега крутой и так далее. Короче, победитель D1, Формула Дрифт, King of Europe, там... Они ничего не знают этого, но типа крутой. Вот, я на следующий день, типа, ты такой крутой, там девчонки из бухгалтерии. Так! Зинаида Ивановна из бухгалтерии зашла, короче, такая, опа! Ну, то есть... поддерживают меня в этом плане. Ну да, как бы, тоже когда руководство относится к этому с пониманием, в общем, на самом деле не, очень ну, я, здорово. Ну, конечно, правда, отрабатываю после этого. Ну, а куда деваться-то ее? За что тебе зарплату платить, в конце концов? Вот на таком вот сумбуре и заканчивается финальный эпизод первого сезона «Дрифта изнутри». Есть у меня мысли сделать вторую серию с Андрюхой, поскольку тема, так сказать, не раскрыта. В новом сезоне, в котором, кстати, у меня весьма сильно изменился подход к тому, что я делаю, так как многие стали делать что-то сходное. В общем, будет гораздо более качественно, особенно в плане звука, интересно и объемно, обещаю вам. И пилоты будут далеко не только западные, да и будут не только пилоты. В общем, до новых встреч.